воскресенье приезжают мужчины из города и оставляют после себя мусор. Но не надо убирать, потому что мы не можем начинать спектакль в этом беспорядке. Это кто? Да здравствуй, город богатых мужчин! Ты меня помнишь? Я был маленьким важным карапузом, когда тебя вообще не было. Вот в одном месте был пустырь, никому не нужная семья, заросшая травой, безлюдная. Мы здесь будем жить, сказали мне мои родители и разбили палатку. Тебя нет! Ты есть! Город богатых мужчин! Я вернулся! Чего уставилась? Ты мне напоминаешь одного мальчика. Мы с ним дружили вместе. Он обещал на мне жениться. Женился? Погиб. Какой легкомысленный мальчик. Набежал, а сам погиб. Агентство расставания? Что это? А, ты хочешь получить у нас работу? Здесь трудно получить работу. Господа не любят менять прислуг, а прислуги не любят менять жизнь. Только 10 лет назад все поменялось. Тогда все богатые мужчины поменяли своих старых жен на молодых. Тогда и мой мальчик и погиб. Машина, на котором он ехал в большой город, взорвалась. Какой славный город! Мужчины в нем богатые, а женщины глупые. Женщины в этом городе кое-что умеют. Убраться в помещении можешь? Господ часто прибираюсь. Прислуга? Пока прислуга. Собираюсь получить образование? У нас даже школы нет. А, безграмотные? Что это? Нет, учителя приезжают из большого города, так что читать, писать умею. А, типичная прислуга. Сегодня прислуга, завтра королева. Люфта! Я обязательно уведу богатого мужчину из семьи. Я смогу. Будешь делать, стоишка? Легко. Чего же так легко? Прикольно. Заметь, не я это сказал. Дорогая публика, а теперь мы посмотрим, что делает Марлизона. Ах, дорогая моя, я вся в бергамоте. Чувствую себя реально. Лепестки? Смотрела какие. В прошлый раз меня оборачивали морской ивы. Это было конкретно. Ну, дорогая моя,
последнее слово, вот. А ты не соображаешь, что мы можем опоздать, вот. С места не двинусь, да? Ох, зашибись, да? Чего грузишь, да? Грег из агентства расставаний идет к Софье Фарстон. Эй, подруга, бывую негодичную перекачала. Яблочная уйдет. Смотри, какая шария. Мировые стандарты. Ага. Суматоха началась сегодня, как брешь и бамбук открыли это долбанное расставание. И поехала, понеслось, как 10 лет назад. Ты помнишь? 10 лет назад мы славно забились. Все девчонки, дети садовников, охранников, кухарок, водителей. Это была твоя идея, Марка. Увести мужей от их прокисших жен. Как мы охотились! Мы выслеживали их на дороге, когда они возвращались из большого города. Попадались на глаза, лезли в руки, липли, выскальзывали, снова липли. Мы вываливали на них свои прелести, как груши с козлями. А теперь эти молоденькие шлюшки делают то же самое. Когда мы уводили наших мужей от первых жен, мы сами к ним приходили и говорили. Слушай, пташка, твой петелок в моих сетях. Хочешь хлебать из моих рук? Отпусти мужика с миром. Будешь скандалить, останешься голой. Да. А это дочка. Шалашовка, дочка твоей горничной. Она думает, что у нее все получится. А она ему человека. Ой, ей ноги переломает. И ни одной молодой стерва не придет даже мыслишка. Вот такая-то кусенькая. Увести у кого-нибудь мужа в городе. Вот что надо делать. И не ждать клерка из агентства расставаний. Так-то бежим скорее, а то не успею посмеяться над Сонькой. А, мы сейчас посмеемся, а потом над нами. Не будь коровой, а? Вы уже слышали, что клерк идет к Софье Барской. А вот и дом Софьи Барской. Агентство «Расставанный» приветствует госпожу Барскую. Агентство «Расставанный» приветствует госпожу Барскую. Ваш муж Вениамин Барский знак особой любви и уважения передает вам букет. Госпожа Барская! Ваш муж, Вениамин Барский, просит вас цивилизованного развода. Цивилизованного развода. Потому что он благодарит вас за прожитые годы, за детей, за жертвенный труд по укреплению семьи. И просит у вас цивилизованного... Что вы сделали? Оба! Госпожа Барская, ваш муж, Вениамин Петрович Барский, лично просил вас вручить конверт с чеком на 300 тысяч долларов. Он благодарит вас за прожитые годы, за детей и за жертвенный труд по укреплению семьи и просит у вас цивилизованного развода. У нас в городе девок много.
каждый день получает. Совсем бедный, да? Работы другой нет, да? Эй, парень, сколько тебе нужно денег? Скажи, я дам. Чего рот раскрыл? Ты на таких дорогих баб никогда в жизни не доработаешь. Сколько бы тебе морды не плевали? И что? У нас к тебе просьба. Всего одна. Берешь бабло, прихватываешь вот эту табличку и валишь из города. И чтобы мы никогда больше тебя не видели, красавчик. Мы женщины простые, мы убить можем. Да, скажем, кому надо. И твою доклу и агентство закрою по причине смерти хозяина. Вот, дыши глубже. Башни, не громите агентство. Я в вашем городе представляю общество. Помоги любви состояться. Нам любви помогать не надо. Мы сами. Кому хочешь, поможем. Добавь, приглашаю вас стать членами нашего общества. Членами? Нам? Потому что общество международное со своим центром и сайтом. А чё ты со своим сайтом? Ты зачем в наш город привалил? Козёл плакучий! Я тебя урою, ахнуть не успеешь. Щедали капитан я подогоню. Вот так, Ленка, так надо расправляться со своими врагами. Это мой учитель, известный в мире сексолог. Зигмунд Фрейд. Зигмунд кто? Зигмунд Фрейд. А да, он как бы умер. А он говорит жив. Казаты. Казаты. Дураты. Дураты. Читер посещает меня в магистр. В колдуны, что ли? Магистр. Научная степень. Ты типа того. Ученый? Да, занимаюсь сексологией. Есть такая наука. Секс, что ли? Тогда мы с Демкой профессора. Знаешь, мы в сексе как рубим. Можем показать. Останешься доволен. Я бы попросил вас. Учитель, все открыты. Совсем не в области секса. То есть область секса затронута, но только секс является результатом многокомплексных взаимоотношений бессознательных и сознательных, которые, в свою очередь, рождают скрытые желания, именуемые вытесненными. Секс? Да, конечно. Это кто же его вытесняет? Желание заниматься сексом у мужчин вытесняет проблемы. Погоня за достижениями, охота за богатством. Молодых глаза. 10 лет назад, мальчик, здесь был такой редикюр. Все богатые мужчины поменяли жен на молодых. Времечко было зашибись. Я иду. Мой господин на крыльце стоит. Я бунт и в кусты. Он тоже туда. Я не даюсь. Кусты стоны. Поцарапала и не шею. До дома не успел добежать. Сварился. Видишь, новые дома. Эти дома построили для новых жен. Наши мужья. В большом городе деньги делают. А мы здесь. И нам все как получится. Любовь с прибамбасом лучше не бывает. А эти сучи
Гадя натянуть наших мужиков. Третий раз на те же грабли. Ты на мне по кайфу понял? Сворачивай свою контору и дуй отсюда далеко. Паш Ленка, я все сказала. Сейчас идут опыты. Мы открыли агентство расставаний в 40 городах мира, изучали механизм теснения сексуальных желаний и теснения новых. Греби отсюда, сказали! И используя точку Q, мы испытываем привязанность к одному сексуальному партнеру на постоянную основу. Марка, хорошая вещь. Нажимаешь точку Q у своего мужика и спи спокойно. Он у тебя под оком. О-ла-ла! Ты знаешь, где эта точка? Все ученики великого Фрейда знают эту точку. О-ла-ла! Ты ученик? Да, самый способный. О-ла-ла! Марка зарадила. О-ла-ла, да, о-ла-ла. Он нас накалывает, как бабочек на сетку. Дамы, я вам в любом случае не покажу эту точку. Почему? Покажешь? Не покажу. Покажешь? Не покажу. И почему вы так думаете? Кто платит, тому и показывает. Тайную точку владеет только хозяин. Без его, разрешения я не могу. Так, спроси у него разрешения. К сожалению, хозяин в данный момент находится в глубокой коме. В глубокой где? Коме. Кома – это такая вещь, когда человек скорее мертв, чем жив. Получается, я 10 лет в коме живу? Твой хозяин ничего не узнает. Мы не полежим кому рассказывать. Пусть себе живет. По-моему, он все-таки умер. Это Эйнштейн умер. Их с Фрейдом всегда путают. А, вчера или позавчера передавали. Да. Умер. Лично мне плевать. А если я вам покажу ту точку, вы дадите возможность сделать научное изыскание? А вдруг ты еще кому-нибудь, кроме нас, покажешь эту точку? Деньги захочешь? Будут всякие шишарня нашими мужьями на точку давить. Нужны мне деньги, дамы, и ради науки. А, науки. Я журналы глянцевые читаю. Я не старая, как некоторые. А ценю людей науки, которые фотографируются в таких. Поза. Хочешь фото покажу? Допустим, я тебе поверила. А что дальше? Точка У. Таинственная точка. И обозначается на теле мужчины, когда мужчина доволен с происходящим. Нужно потренироваться. Да запросто. Если бы ты знал, как мы любим тренировки. У меня новая кровать. Стадион. У меня муж на 3 дня не приедет из вашего города. Такие тренировки мы потратим. Тогда я приду к вам в шесть вечера. Святые сосиски, дворовские. Смотри, парень, не обмани. Я шуток не люблю. Понял, да? Вы даже не представляете, насколько все серьезно. Пойдем. Надо с ним молодых смыть. Я знаю, где они тусуются. Новые шлюшки должны нас бояться.
час мы пойдем в бар, и мы посмотрим, что там происходит. Нина! Нина, ты, наверное... Ты правду говоришь. Ты правду говоришь, что ты была женой богача. А как же ты его профукала? Нина, иди сюда, денег дам. Иди, говорю, а то хозяину пожалю, что ты на меня кофе пролила. Нина, ты, наверное, знаешь, что построили наш город? Мы построили вместе с нашими мужьями. Сами, что ли, кирпичи таскали, пупки рвали. Сами и строили. Хотелось уйти от большого города. Жить спокойнее, иметь свой сад, детей растить. Построили дом и жить спать, стали весом. Мужья в большом городе зарабатывали, а жены в гости друг к другу ходили и перед сном читали. А разве перед сном? Читаю. Я сами лень ничего не читала. А я как родилась? Грамотейка. Умная. Ученая. Нин, а как вы с мужем познакомились? Учились вместе. На третьем курсе сына родила. Муж по ночам вагоны разгружал. Вместе растили сына. Потом он зарабатывать стал. Потом разбогател, а потом ушел к молодой женщине. А сын где твой? Сын умер. Давно это было. Не дам я тебе денег, скучно ты рассказываешь. Потому что не налили ей. Да ладно, в прошлый раз ей хозяин всю морду расквасил. А он вообще ее уволить хотел. Старая баба молодежь распугивает. Нин, иди сюда, денег дам. Иди, говорю. Спасибо. Расскажи нам про большие города. Большие города? Это шум. Ты можешь есть, спать, любить. Ты можешь напиться до потери сознания. А шум будет. Шум от людей, от машин, от музыки, от дождя. В больших городах нервные люди. И спины у них нервные, и рук нервные, и шляпы, и даже зонтики нервные. В больших городах все время то гибнет, то плачет. Все бегут и все на что-то надеются. В больших городах без надежды люди погибают. А в больших городах много богатых мужчин? Много. Говорю, тебе надо ехать в большой город, там выбор больше. А тебе здесь какого рожна не хватает? Большого. Нина, а когда у тебя мужа уводили, ты не сопротивлялась? Сопротивлялась. Ой, как интересно. Расскажи. Пыталась поговорить. Поговорить? Выяснить, что в душе. В душе? Мужчина любит молодое мясо. Молодое мясо, вкусное мясо. Молодое мясо, вкусное мясо. Когда я вышла замуж, новую квартиру для прислуги построила. А черт не надо, черт, он всех на работу. Молодую пару с маленькой девчонкой. Девчонок я бы отстреливала еще в детстве. А, по тебе. Правду говоря, что ты любила забрать машину, которую не хат твой пасынок? Не проверку, что про меня говорила. Но одно я тебе скажу. Я уничтожу каждого, кто попадется мне на пути. А как уничтожу? Мое дело. Смотри,
Старушки появились, силиконом накачались, роженчиком разгладили. Сидят довольные, думают, что молодые. Осторожно, Жасмин, это же ведь наши госпожи. Когда я стану женой мужа этой напичканной ботоксом дыни, я ее в прачку возьму. А я свою выгоню. Нахрена мне ее непочтительная рожа? Какие милые девушки. Меня так и тянет перетереть с ними пару угарных тем. Я люблю рассказывать, как у меня бывает с мужиками. Маленькая, мужчин за совращение малолетних в тюрьму сажают. Это только если мужчина отказывается жениться. А если он согласен, только нет проблем, кроме одной. Кроме одной? Да. Каждый раз, когда мужчина женится, ему надо думать, куда девать старую жену. А если жена не старая? Моя мать ваша кухарка. Она говорит, есть два сорта мяса. Молодое и старое. Но корова, если молодая, все равно корова. Интересно, что пьют наши подростки? Вашей осанкой, вашими волосами. У меня держит бока в руке. Вы его, кажется, вот так держите. Ой, госпожа, извините, я получилась, как у вас. Давай, давай, девушки. Справишь, что ли? Я и не втыкала, Эммануэль. Нина,
Вина самого хорошего, самого лучшего. Я урою эту греку. Урывать противника нужно собственными достижениями. Ты должна добиться того, чтобы ее муж пришел в агентство расставаний и сделал заказ на цивилизованный развод. И в ту минуту, когда она будет надевать тебе обручальное кольцо на палец, ты почувствуешь, как твою спину прожигают ненавидящие глаза бывшей жены. Это весело. Охотиться, не встать. Кстати, я дам тебе предельную раскрутку. Почему ты сидишь в кабаке посередине рабочего дня? Кто тебе разрешил пить вот такую бурду? Я уволю тебя. Что трудного не пойму? В твоем возрасте не женить на себе 50-летнего мужчину. У него сейчас неприятности. Что такое? Не помню. Нафига мне его проблемы? Будешь помнить, знать и будешь сочувствовать. Сочувствовать мне договаривались. Ты красивый, когда сердишься. Меня сердитого не видно. Тебе повезло. Я готова терпеть от тебя все, только быть с тобой. Тормози. Торможу. Надоело. Ну я же говорю, что ты красивый, когда сердишься. Хочешь мне поссориться? Он согласен. Когда? Ему надо решить денежные проблемы с Мадонной. Он должен оставить ей содержание. Его мучает предыдущий разговор. Он знает, что она попросит много. С первой женой я денежные проблемы не решаю. Бросили все. Он обещал поговорить с ней завтра. Нет, сегодня. Сегодня в половине седьмого. Должен войти в спальню моей зоны. И ты должна позаботиться об этом. Ни раньше, ни позже. Иди и работай. Иду. Иди. Иду. Иду. Нина, сколько можно ждать? Ты мне не нравишься сегодня. Голова болит. Пять пила? Это тебя не касается. Это никого не касается. Жизнь моя. Что хочу с ней, то и сделаю. Посиди со мной. Нам не разрешено пить с клиентом. Не бойся, я улажу. Сегодня можно. Эй, выпьем за то, чтобы мы имели силы дать отпор злым людям. Расскажи мне про себя. Жила я в вашем городе. Красивая была. В институте со мной вместе мальчишка учился. Смешной такой. С математикой не дружил. Я ему помогала. Любились друг друга. И сын родился. Мы решили свой город основать. Построили первый дом. Потом уже другие потянулись. Хорошо жили. Гости ходили. Картошку варили. Детей растили. Мужья в большом городе зарабатывали. Приезжали домой, отдыхали. Город развали городом богатых мужчин. Жизнь сломалась быстро. Не успела понять, как и что. Муж мой, которого я обожала, влюбился в дочку моей горничной. Через год, как муж меня бросил, мой сын погиб в автомобильной катастрофе. Водитель вез его
большой город учиться. И машина взорвалась. С тех пор я и не живу. А я ведь, Нина, сирота. В детском доме вырос. Три раза пытался жизнь самоубийством покончить. И злился я на тех воспитателей, которые на тот свет не давали мне уйти. Гадости мне. Теперь благодарен, что они мне дали выжить, чтобы отомстить. Нет у меня никаких чувств, ни жалости, ни любви. Все по барабану. Одно чувство у меня греет. Месть. Ой, мам. Лучше дур рыбет. Мам. Или ты? Да. Пьешь много, мама. Парень, ты ошибся. У других родителей, как родители, а у меня уроды. Сказали, сын умер. Пожалуйста, даже мне не искал. Зачем? Зачем вы меня мучаете? Помнишь, как мой сын погиб? Помнишь, как мы с тобой виделись последний? Что это? Это талисман моего сына. Отдай. Я прошу вас уйти. Это... Будьте человеком! Это талисман спас меня. Помнишь, утром я сидел за столом и пил какао. Помнишь? Ты подошла и повесила мне медальон на шею. Помнишь? Сказала, что бабушка подарит тебе. Будет хранить меня и будет хранить тебя. Помнишь? Чашка била зеленая, посадила белым, золотые цветочки. Я не допил какао. Помню. О, сын. Мама. Чашка цела. День рождения у тебя сегодня. Мама, я свой день рождения всегда один отмечаю. Песню пою. Кто же нам день рождения? Только раз как? Другу меня вынесли в машину. Я рос в детском доме, ничего не помню. А наш день появилась новая история. Тот самый водитель. Маризуна заплатила за мою смерть, и пеняги не ваши не зашли за поле. В вашем городе он спился и пропал. Сыночек мой, кричала, криком голос сорвала, плакала, горем слезы иссушила. Живу, как трава в лесу, одна в сторонке. Марлизона заплатила за мою смерть. Не верю, сыночек, что бы Марлизона за такой грех на душу взяла. За такое злодейство в ад попадают. Я ей здесь ад устрою. Имею право, я отомщу за маленькую мальчика. Сыночек, прости меня. Ты не понимаешь, месть. Самое сладкое чувство из-за всех, которые можно испытать. Не надо мстить, сыночек. Мам, я тот, кто должен всех наказать. Имею право, я отомщу за маленького мальчика, который мечта любви, доброте. Теперь получайте. Зашел тебе день рождения сына. Нашему сыну сегодня 17. Было бы. Как я мечтала, сыне. Твоя мечта сбылась. Дура.
Давай выпьем. Нечего каяться. Мне показалось, что он жив. Пить надо меньше. Сколько раз я тебе говорил. Прекращай работать в баре. Денег дам. Только не мазай ты мне глаза. Неужели трунят сделать меня что-нибудь хорошее? Почему меня никто не понимает? Все требуют. И никто не подумает о том, что я тоже могу потребовать. Неприятности у тебя. Кого интересуют мои неприятности? Дома хуже, чем в гостинице. Вам надо ребенка. Не начинай. Она не любит тебя. Мы чужие люди. Как я мог оставить тебя и сына ради этой злой девки? Если бы наш сын был жив. Пустота, мама, пустота. Предать я с подругом. Кстати, Лилия не заходила. Опять влюбился. Она хорошая. Пропадешь ты со своими девочками. Не суди, мама. Каждый спасается, как может. Дорога в человека одна, поворотов в прошлое не предусмотрено. Вот ведь город-то какое. Сейчас Эммануэль и Маризона готовятся к приходу клерка. Перекуплю я у тебя охранника. Денег не хватит, ага. Мой муж. Богаче твоего. Держись за штурвал, крошка. Мой муж в рейтинге богаче. На 8-м месте, а твой на 11-м. Да в рейтингах этих все места куплены, ага. Чего же не он купит приличного места? Деньги экономит. Мы новую яхту покупаем, плавать уезжаем. Мы тоже яхту купим. Когда купите, тогда и бибикай. Здравствуйте. А мне придет. Мальчик не дурак. Он знает, у кого в городе сила. Баклан. Батан. Зовите меня просто мастер. Да. Слушай, мастер. Да, мастер, слушаемся, мастер. Однажды французская армия никак не могла начать наступление в Египте на город Суар. Все ждали Наполеона. Тот должен был выйти из палатки, где он проводил ночь с дочкой марокканского короля, красавицей Августа. Все сроки выступления уже вышли, и никто не надеялся в продолжение войны. И вдруг тогда Наполеон вышел из палатки со слонами. Только после секса мужчина понимает, что это в жизни не главное. Прозвучал сигнал наступления, и французы победили. Вот здесь точка Q расположена у мужчин, вот здесь у женщин. Ложимся на кровать. Ее трудно попасть. Нужно закрыть. Слушай.
Дорогая, чтобы не было неожиданностей, я оставляю тебя без всякого денежного пособия. Как говорится, не заслужила, вернее, заслужила. Может быть, этот сексуальный продвинутый молодой человек примет на себя занят обязанность содержать тебя. Кажется, он тебя любит. Ее ненавижу. Слава Богу, меня это не касается. Тебя, я? Мы? На ты? Тридцать первый август. Помнишь? Опель серебристый. Помнишь? Водитель ждет сына богача. Помнишь? Мальчик едет в большой город, учится в колледж. Помнишь? Около машины родители. Помнишь? Суетятся. Помнишь? Машина трогается с места. Помнишь? Родители кричат. Машина не дошла, она взорвалась. Валерий, наш сын жив. Мы празднуем его день рождения. Дорогая публика, вы думаете, это конец? Ошибаетесь, это не конец. Продолжайте. Мы еще не отметили его возвращение. Надо собраться, посидеть втроем, вспомнить прошлое. Давай завтра встретимся. Женюсь сегодня. Опять. Она хорошая и любит меня. Знаешь, мама, новые чувства, как воздух после дождя. Хороший парень вырос. Добрый, сильный. Невесту по руках? Вот. Нет. Много пила. Ой. Невесту на руках по городу не таскай. Ладно, не мальчик. Ладно. И шампанского много, не пей. Хватит, мама. Не первый раз женюсь. Здравствуй, Нина. Я бы тоже не простила. Разве можно такое простить? Ты не сдерживайся. Какие слова знаешь, так я и говори. Хочешь удар? Ты побей и прости. Ну сделай же что-нибудь. Накажи меня. Жив он, жив сын твой. И если жив, и я жива, могу делать все, как хочу. Легко мне теперь, Нина. Ты только скажи, как мне вину свою искупить перед тобой и сыном твоим. Марка, кончай болтать. О, Валерий, Валерка женится. Побежим. Невесте в туфли, да жёного стекла подложим. Вот потеха. Помогай им, Бог. Угораешь, Марка. Слабеешь. Ты же сама учила. Наступай перед он, или получишь пинка взад. Не могу и не хочу. Все ты записалась. Не видят. Грех большой на тебе. Нет греха на мне. Не допустил Господь. Люблюсь я, Эвка, замуж выйду, детей нарожаю. Рот закрой, я все сказала. Ты совсем дура стара. А я и без тебя пожать могу. Мама, я отомстил за тебя отцу. Ему было плохо, очень плохо. И папа женится в третий раз, а мать.
Амазонке, Амазонка осталась по первое число. То есть вообще, вообще ничего не досталось. А Марка будет мыть лестницы, по которым ты, мама, будешь ходить и плевать. Ура, мама, я испытал настоящее наслаждение. Ура. А ты застав страдать, мучиться. Ты меня ненавидишь? Я тебя не помню. Я невеста твоего бывшего мужа. Неужели не помнишь? Много вас путаюсь. Лет у тебя? Ты кто? Ты невеста? Вот иди выходи замуж. Не хочу я же замуж. Ох, ты дрянь. Пожилого человека прогоняешь. Бесстыдница. Немедленно иди к нему. У него сердце больное. Ты же ничего не знаешь. Что не знаю? Невеста! Мама, папина невеста нам в гости пришла. Она пить захотела, волосы забежала. Она торопится, у нее свадьба. Не надо, не вмешивайся. Мама, мы с тобой сегодня надо быть красивыми. Иди, купи себе платье, мама, закрою. Пока. Любимый мой, я так переживала, что эти бабы тебя уроют. Бедный мой. Солнце мое, небо мое, жизнь моя. Прислуга, она есть прислуга. Только в шею. Она все равно будет унижаться. У меня будет ребеночек. Молодец, здоровский. Это все, что ты хочешь сказать? Тебе нужны слова? Слова общего позывания? Люблю тебя! Люблю с детства! Твои глаза, как маячки, надо мной сияли. Я шел на свет, и я пришел. Тебя ну люби, и любить буду. Звезда моя ненаглядная. Мы будем счастливы. И твои, и наши дети будут счастливы. И мы построим новый город, город счастливых людей. Если хоть слово внякнешь папаше насчет ребенка, вы даже не увидишь. Ты мне не нужна. Нет. Мама, ты красивая, молодая. Запах духов, как в детстве. Знаешь, после детства никогда не будет счастлив. Все будет так, как ты хочешь. Я жила, и отец ожил, начинает новую жизнь. Благодарю тебе. Отец заслуживает мести. Прости его, я уже простила. Стой на коленях, ты, звольное создание. Пянь, если ты был интересна отцу, он бы нас не бросил. Из-за тебя вся моя жизнь – уродство. Заткнись, молчи! Thank you.
имя Нина и сын. Поздравьте нас и сочетайте с законным браком. Вы, мои самые близкие люди и Лилия, должна вас уважать и где-то по вашему счету любить. Совета, любовь. Детишек вам поскорее! Ну, Лилия, выполним наказ моего старшего сына. Стесняется. Молодая, неопытная. Ошибаешь, отец. Опытная у тебя жена. Говори. Я беременна. Умница моя, любовь моя. Гади, сын. Как твои ватца любят? Папа, ты мне так радуешься? Не надо ревновать, сын. Разные жизни, разные чувства. Без тобой жизнь казалась тюрьмой, а с тобой чудесным волшебным садом. С той минуты, как я узнаю, что ты жив, я хочу стихи сочинять и танцевать. Папа, можно я с твоей невестой потанцую? Конечно, сын, буду рад. Будешь рад продолжить жизнь. Вот что значит взрослый сын. Шутки абсолютно взрослые. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тумбу, что в сердце бьется. Ты моя нежность, моя награда, и без тебя мне ничего не надо. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тумбу, что в сердце бьется. Ты моя нежность, моя награда. Красивый сын, красивая жена, и мама. Красивый сын. Мальчик. Мальчик. Вот мальчик. Свадебный торт. Сама инспектор, угощайтесь. Спасибо, не ожидал. Ты, Валерий, прости меня за тот грех, что я совершила. Я ведь ради денег замуж за тебя пошла. Не любила тебя. Поэтому же у нас детей не было. Лилия. Берегите его. Он хороший, доверчивый. Сын, я очень рад видеть Маризону. Тем более, что я никогда не видел его в таком разумном виде. Простить не смею, но прошу, прости. Родной ты мой. Я тебя отомстил. Поняла? Ты никому не нужна. Ты одинокая, низшая. Молиться за тебя буду, спаситель. Какой я, к черту, спаситель? Что мне делать? Убить тебя, чтобы ты поняла? Гадий сын, ты сделаешь человека счастливым. А вы, Анташа, все счастье мечтаете? Так я вас сейчас все счастливью, по самой никуда. Лилия, вон, иди сюда. Говори, кого ты любишь. Говори. Я люблю того мальчика, которого влюбилась в детстве. Еще раз. Медленнее и разборчивее. Я люблю вашего сына, Валерий и Нина. Я любила его в детстве и до сих пор люблю. Говори все! Я все сказала. Говори. Ребенок, которого я жду от вашего сына, Валерий и Нина. Рита, место поподробнее. Извините, я плохо понял. Девка, на которой ты женился, моя девка, она спала с нами обоими. И ваш новый сын будет вам внуком. Допрыгались, папаша, доженились. Сейчас реально покажу, потому что она делает все, что я скажу. Скажу, разденься и разденется. Скажу, выйди голой на улицу, а она пойдет. Не надо, он хороший, он стихи пишет, и он много страдал, его надо пожалеть. Снимай шматер. Не надо, прошу тебя. Она будет делать что?
то, что я сказал. Так. Так. Поедешь по улице, чтобы все завидовали, на какой красавице мой папаша женился. Чтобы все завидовали, что кричали мне такую. Чего ты добиваешься, сын? Я хочу, чтобы ты забыл боли. Видишь, Валерий, что случается с детьми, когда отец уходит из семьи? Наш сын вырос под лицом. И все вместе против меня, одного. Не отчаивайся, сыном. Твои злость и обида рассорятся в нашей любви, и ты простишь. Потерпи! Тебе надо успокоиться. Нам всем надо успокоиться. Вы погубили меня. Вы уничтожили меня. Я вам не нужен. Вы бастили друг другу годы моего унижения, злобы. Я вам не нужен. Никогда обо мне не услышите. Прощайте! Не убегай! Подожди! Он вернется. Нет, сын, подожди! Подождите! Finita la commedia!